вызывал звук пули неграции, конечно же, они его слышать не хотели. И вот, возвращаясь как раз-таки к бомбардировкам главной беспроводной станции, я вам уже говорила, что в сентябре и в октябре были те самые серьезные бомбардировки. И вот как раз в сентябре, когда первая бомбардировка произошла, да, вот сотрудники услышали вот такой звук. Еще раз навести его. Можно, да-да-да. А подожди. Ну, на это и было, на это было и направлено, да. Итак, да, так называемый рим. Да, рим, вы храните. Да, давайте вернем газетки обратно. Так вот, бомбардировка 7 июня 41 года, она, естественно, внезапно обрушилась на город. Баллоны с хлором лежали в главной беспроводной станции, поэтому ванной было аттрактивно, что они не отправились туда отправить, и, собственно говоря, просто выбросили в них, буквально, как баллоны с беспроводной станции. Очевидно, если бы больше часть этих баллонов на самом деле нашли, я думал, это настоящий чел сидит. Вот именно. Я тоже.